сиреневый. Вот с ним сочетание будет очень красивая роз. Вот так подальше отойду, покажу всю витрину. Так, а теперь хочется посмотреть на живые цветочки. Это у нас примулы. Боже мой, какое разнообразие цветов. Какие же они красивенькие. А вот это подсохло. Полить некому, что ли? Вот какая интересная. Вон там синий, ржеватый такой. Да нет, маленький. Какие крупные, красивые цветы. Интересно, тут стоит акция 99, а на горшке 119. Что же будут брать на кассе? Вот не знаю, мои хорошие. Зачеркнул 99, они просто не стали менять. Наверное, 99, раз они так красиво нам написали, 99 рублей. Да. Значит, мы сейчас пойдем на кассу, и нас должны взять 99 рублей. Ой, красный какой красивый цветочек. Да, тут можно ходить целый день. Опять примулы. А тут у нас красотища. Бегонии. Они тоже по акции. 269 стоят. Ох, хороший цвет какой. Прям холодный красный. Такой насыщенный. Так, это луковичные написано, это гиацинтики. Фикус, наверное, Бенджамина, 12 990 рублей. Красавец, конечно, но, однако, стоит дорого. Это колокольчик. На земле-то у них совсем сухая, они же страдают от этого. Надо бы их полить. Конечно, в луковице есть питательные вещества, но как-то не очень хорошо при такой жизни. Так, они тоже по акции 59 рублей стоят. А вот цветущие гиацинты. Запах изумительный. Скорее бы у нас на даче они были. Вот какая красота. Я слов нету. Смотрю и умлею. Это герберы. Хороши. Циклонен. Какой же он красивый. А цвета какие?
Вот красивый очень, но не пахнет, к сожалению, цикламен. Так, пойду на запах. Гортензии. Ой, какие цвета изумительные. По акции 569 рублей. А вот те несколько дороже, 869. Наверное, горшок большего объема. А, да, там больше объема. А вот я и пришла на запах. Боже мой, здесь лилии цветущие. Это что-то. Из одного запаха надо сажать лилии. Кстати, так же, как цитрусовые. А это растение жасмин. Это не тот жасмин, который у нас у всех на даче растет. Тут называется по-другому. Чубушник, по-моему, тут называется. А это вот настоящий жасмин. Лилии. Ой, какие же они нежные. Какие же они красавицы. Мы все ставим в пакет, потому что так людям удобнее. Тут опять все ищет. Ну это похоже просто на пластик. Такое растение, надо же. Это растение фаленопсис. Я даже не знала, что такие существуют. А вот это какая-то такая ядовитая раскраска. Такое ощущение, что их покрасили. Вот это все фаленопсис. По акции 469 рублей. Вон какой.